Всем привет! Как говорится, готовь сани летом. В этом году решил заморочиться с новым мотобуксировщиком. И в начале лета начал искать себе какой-нибудь вариант, который отвечал бы двум параметрам. Во-первых, он был бы качественный и надежный. И второе, максимально дешевый. Чисто из любопытства решил проверить, смогу ли я данный проект реализовать. Мониторил много информации, наткнулся на YouTube-канал Extreme Motors, на котором увидел различные варианты кит-комплектов для самостоятельной сборки мотобуксировщиков. Посмотрел несколько видеороликов на эту тему, посмотрел, из каких комплектующих собираются данные кит-комплекты и мотобуксировщики. Мне эта идея показалась очень интересной, тем более данный вариант такой покупки и самостоятельной сборки позволяет прилично сэкономить. Когда мне пришел кит-комплект, я посмотрел действительно качественные комплектующие. Я бы даже сказал, сделано как будто бы в СССР. Все железное, все солидно и культурно. Поэтому решил данной информацией поделиться с подписчиками и зрителями нашего YouTube-канала. Я думаю, может быть, даже будет серия какая-то видеороликов, буду мотобуксировщик собирать. Вокруг меня гора запчастей. В итоге я буду попутно в процессе сборки показывать, рассказывать какие-то вещи, которые мне очень понравились в данном конструкторском решении. И в итоге посмотрим, что у меня получится. Ну а дальше будут, конечно же, тесты зимние, покатушки, поездки на рыбалку. Так что смотрим. Мотобуксировщик начинается, конечно же, с рамы. В данном случае вот такая рама стандартного мотобуксировщика. Металл двоечка. Прикол этой рамы в том, что она оцинкованная. Доп. Услуг есть такая по цинкованию. Можно было взять покрашенную раму, но я что-то решил заморочиться с оцинковкой. Немного доплатил, в итоге мне пришла оцинкованная рама, которую можно было бы покрасить, но я решил оставить ее так. Что краситься, к нему краска все равно не ложится. Как заверяют в компании Extreme Motors, слой оцинковки самый толстый и прочный. На раме есть дополнительные ребра жесткости, которые были частично закреплены, мне лишь останется их до конца проклепать стальными заклепками. Ребра жесткости из такого уголка сделана. Тоже двойка, по-моему, толщина. Клепаем. Усиление получилось довольно жестким. В общей сложности толщина тут металла четверка в итоге на заклепках на стальных. Сейчас, на мой взгляд, самая будет муторная задача — это поставить, приклепать вот этот пластик к раме мотобуксировщика, насверлить дырок. Потом уже устанавливать все остальное. Пластик тройка. ПНД, по-моему, так называемый. В чем его прикол? Он глянцевый, во-первых. Во-вторых, он гибкий. И на него, по идее, как я думаю, намерзать ничего не будет. Постоянная бывает проблема у мотособак, когда в багажнике, по бокам, вокруг двигателя намерзает все. Обстучать проблематично. С ПНД, по-моему, должен отлетать только так, но это пробовать надо. Сейчас самое главное — ровно его начать клепать. Одна есть. Заклепаем ее. Thank you.
Засадили. Свержится довольно легко. Есть. К моему удивлению, клепать особо долго не пришлось. Да и решение с пластиком мне определенно нравится. Обстучал. Лед весь отлетел. По-моему, будет так работать. Ну, конечно же, проверим. С заклепкой пока все. Сейчас мне необходимо будет просверлить отверстие под крепление двигателя, вариатора. Обращаю еще раз внимание, заклепки я ставил стальные, а не алюминиевые. Стальные прочнее. Сойдет. Пока подвеску не поставил, приклепаю брызговики. Про брызговики хочу сразу сказать, что в натуре резина. Не как сейчас резину выдают за резину, а это настоящая какая-то мягкая резина. Брызговики и спереди, и сзади стоят. Единственное, здесь придется шайбочку. Оттуда вставляем заклепку, брызговик. Шайбу на заклепку и затягиваем. Скажите, солидно, а, ребята? Сзади вот какой будет красавчик. Экстрим. Пока не поставил гусеницу, решил установить площадку под двигатель. Потом неудобно будет тут подлазить. Конструкция прикольно сделанная. Сейчас ее на правляшке прикручу, а потом этими болтами, 4 болта ослабляешь, чик, и можно двигатель снимать. Площадка устанавливается на подушке, что не может не радовать. Затягивать не буду, гайки и самокон трещится. Можно приступать к сборке подвески. Сначала ставлю гусеницу, потом уже буду вставлять ведомые ведущие валы, прикручивать. На гусенице есть стрелки. Если ставим кверх ногами, стрелки должны смотреть назад, на задний брызговик. Вот она стала. Стрелочки указывают назад. Все правильно. Хочу уделить особое внимание валам. Валы оцинкованы. Звездочка оцинкованная. Вот эти звездочки немного мягкие такие.
повышенной прочности. Не из ПНД, а не из какой-то такой пластикорезины какой-то сделанной. Гусеницы, ведущие ведомые валы, установлены. Хочу остановиться немного на тележках. Это разработка компании Extreme Motors. В чем смысл? Тележки быстро разборные. Можно легко ее разобрать, добавить сюда смазки, чтобы все мягенько работало. Так она разбирается. Откручивается болт, и можно легко заменить подшипник. Располовину шкаток, подшипник меняешь, болтом затягиваешь. Вообще ништяк. Не надо ничего прессовать. Здесь смазочка, все есть. В условиях похода легко и просто можно что-то тут починить, поменять. И вторая фишка данных тележек, здесь нету перемычки, как на Буране. Сделаны такие уши из металла тройки. Производитель дает гарантию, что это все выдержит. Мы будем тестить. Забиваться, по идее, снегом не должны. Ни мокрым снегом, ни наледью, ничем. Опять же, эксплуатация покажет. Вы все это увидите. Подшипники мягенько все работают. Видно, что сборка качественная. Также все оцинковано. В общем, сделано все, блин, как в СССР. Кстати, пружины стоят очень толстые. Из восьмерки, по-моему, что ли, проволоки. И тележки не переворачиваются, потому что будет болтом задевать. Вот видите, перевернуть будет невозможно такую тележку при каких-то ударах, прыжках. Грамотное решение. Было бы еще надежное, но это мы уже убедимся с вами сами. Обратите внимание, какое свободное пространство между тележками и гусеницей. Я еще ее натяну, но уже сейчас видно, что снег будет весь вылетать и налить вся. Окончательно гусянку буду регулировать, уже подвешу букс на лебедке, заведу, чтобы крутилось, и будем регулировать, ловить момент. Самая лучшая натяжка, когда так будешь видно, куда гусянка идет. Все четенько работает. Ну вот на всю сборку. Прикрутил площадку, раму доклепал, приклепал к брызговике, поставил подвеску. У меня ушло где-то в районе 4 часов времени. Вес прибавляется. И вот площадку еще что ставил, в то же время занимало. Вот на сегодня сборку закончу. В принципе, полдела сделано. Осталось поставить двигатель, вариатор, руль.
и можно лететь на рыбалку. Ну а как я буду дальше собирать и какая в итоге получится комплектация, об этом в следующем видеоролике. Следите на нашем канале, подписывайтесь, ставьте палец вверх под видео и до встречи.